Всего одна вещь, которая поможет вам похудеть, накачать идеальный зад, улучшить отношения, повысить самооценку, открыть денежные потоки, прочистить чакры, синхронизировать вибрации и выучить питон, майнить биткоин. Спать нормально пробовали? Если вы херово спите, то все остальные ваши усилия по ЗОЖу, саморазвитию, все деньги, вкачанные в психотерапию, тренировки, обучение, вы просто спускаете в унитаз. Поздравляю! Люди воспринимают сон как первую жертву в списке приоритетов. Нужно закончить проект дедлайну? Сон для слабаков. Вася зовет побухать в среду, а в четверг на пару к 8 утра? Отоспимся в гробах. Групповая тренировка по зумбе в 8:30, а после нее тебя на адреналине еще 3 часа любит? И так пойдет. Не пойдет. Никуда не пойдет. Где только пойдет. Я предлагаю вам простую тактику ранжирования приоритетов. Абсолютно все, что угрожает вашему здоровому и регулярному сну, идет из вашей жизни строго нахуй. Потому что без здорового сна вы будете на стрессе запасать калории и толстеть. Не сможете восстановиться после нагрузки. Яростно тупеть и не запоминать ни хрена из того, что вы изучаете. Совершать ошибки в работе из-за угнетения когнитивной функции. Принимать херовые решения по жизни, потому что префронтальная кора выключается первой. И вы даже не сможете насладиться плодами своих бессмысленных усилий, потому что выработка серотонина и дофамина от дефицита сна тоже снижается.